Всем привет! Тема этой лекции, очередной лекции главы «Разделяй и властвуй» — это быстрая сортировка. Быстрая сортировка называется так, потому что она действительно на практике быстрая. Она симптотически имеет такое же время работы, как и алгоритм сортировки в слиянии, правда, только в среднем. Ну, об этом мы еще расскажем. Но на практике, как правило, она обгоняет. В некотором смысле она является такой обратной сортировкой к сортировке слиянием. Вот по какой причине. Сортировка слиянием вот что делает. Она вначале ничего не делает, просто разделяет массив пополам и после этого сортирует рекурсивно, а после этого возится, чтобы слить эти две части. Быстрая сортировка идет по другому пути. Она вначале как-то очень аккуратно старается разделить массив на две части, после этого сортирует эти две части, а после этого чудесным образом оказывается, что ничего больше делать не нужно. Итак, вот сразу псевдокод этого алгоритма. Алгоритм тоже рекурсивный, поэтому он на вход принимает не только массив, а опять куски, в которых, в пределах которых надо что-то сортировать. Ну и опять же, если L больше либо равно, чем R, то мы ничего не делаем. Дальше вызывается некоторая вот магическая процедура partition. Совсем скоро уже объясним, что она делает. Ну давайте, да, на словах уже скажем сейчас, чтобы было понятно. Давайте покажем картинку. Она делает вот что. Вот у нас есть кусок, который нам надо отсортировать. Кусок массива от L до R. После того, как мы вызываем partition от A, L, R, она переставляет элементы внутри массива таким образом, чтобы на M там месте, M это число, которое она возвращает, стоял некоторый элемент X. Все элементы, которые стояли до него, были меньше либо равны, чем X, а все элементы, которые стоят после него, были бы больше либо равны, чем X. На самом деле у нас получится даже больше, чем X. Вот важно здесь вот что, что X уже в такой ситуации стоит на своем месте. После этого достаточно отсортировать то, что стоит до X, и то, что стоит после X, отдельно и независимо. После этого у нас получится отсортированный массив. Это вот здесь и делается в псевдокоде. Сортируется кусок от L до M-1, от M плюс 1 до R, и все. После этого делать ничего уже не надо. Весь массив получается отсортированным. Итак, важно, что после вызова процедуры partition вот этот вот элемент X, он оказывается на своем месте. А то, что partition нам выдает, это индекс этого элемента. Так, чтобы описать совсем до конца алгоритм quicksort, то есть алгоритм быстрой сортировки, нам надо пояснить, как же работает partition, как сделать такое разбиение. Мы начнем с его основных идей, а потом покажем псевдокод. Ну, основные идеи вот такие вот. Во-первых, некоторая терминология. Давайте элемент, который у нас встанет в итоге на место M, в качестве такого элемента мы изначально возьмем просто первый элемент нашего подмассива, то есть элемент, который стоит в ячейке с индексом L. Называться он будет опорным элементом. Это такая стандартная терминология для этого алгоритма. Дальше мы будем постепенно наращивать, постепенно идти как бы по массиву слева направо, идем от L плюс 1 до R, и мы будем поддерживать вот такой инвариант. У нас I будет потихоньку увеличиваться, а заодно мы будем поддерживать такой счетчик там, или указатель G, чтобы выполнялся такой инвариант. Вот в L-то ячейке у нас все время будет стоять элемент X. В элементах от L плюс 1 до G-того будут стоять числа, которые меньше либо равны, чем X. Ну, не числа, прошу прощения, элементы. Я не знаю, что мы там сравниваем. Сравнивать можем все, что угодно. В ячейках от G плюс 1 до I будут обязательно стоять элементы, которые строго больше, чем X. Вот изначально у нас просто есть только L-то элемента, два оставшихся региона пусты. Я имею в виду вот эти вот регионы. И мы постепенно так вот увеличиваем I и стараемся поддерживать это свойство. Ну вот предположим, что у нас это свойство выполнено, и сейчас и у нас увеличился, и у нас есть вот следующий элемент. То есть теперь и теперь у нас появился вот этот элемент, и нам бы надо понять, как сделать так, чтобы наш важный инвариант выполнялся. Ну, во-первых, есть ситуация, в которой делать не нужно ничего. Если вот этот элемент, который стоит здесь, он оказался больше, чем x, то все и так хорошо. У нас просто вот этот вот регион расширился тогда вот так вот, и все. То есть в этой ситуации все просто, делать ничего не нужно. С другой стороны, если этот элемент оказался меньше либо равен, чем x, тогда его надо как-то перекинуть вот в тот первый регион. Ну вот как это сделать? Предлагается сделать вот что. Давайте вот этот элемент, который оказался меньше либо равен, чем x, вот с этим вот первым элементом поменяем. Первый элемент в этом регионе, у него индекс g плюс 1.
То есть мы их поменяем местами. Вот тогда вот этот элемент встанет вот сюда в регион, где больше x, а этот элемент встанет в регион, где меньше x. Ну и чтобы запомнить, что первый регион у нас расширился, мы увеличиваем g на единичку. Вот и вся идея. Таким образом, вот так постепенно наращивая и от L плюс 1 до R, мы можем себе это свойство все время гарантировать. Давайте это теперь в псевдокоде и покажем. Поехали. Вот дали нам текущую часть массива A с индексами L и R. Сначала мы выбрали опорный элемент, дальше сказали, что вот текущий регион у нас элементов, где живут элементы меньше либо равные, чем x, он пустой. Напомню, регион идет от L плюс 1 до G. Соответственно, здесь получается от L плюс 1 до L это пусто. Ну а теперь просто двигаем и, как и было обещано, слева направо. Двигаем от L плюс 1 до R. Делаем что-то только в ситуации, если аита меньше либо равно, чем x. Помните, если аита больше, чем x, то делать просто ничего не надо. Так вот, если аита меньше либо равно, чем x, то мы говорим, что регион у нас левый расширился, ну и соответствующие два элемента просто меняем местами. В самом конце что у нас получилось, когда i дошло до r, у нас получилась вот такая вот картина. У нас вот здесь вот индекс l, вот здесь вот g, ну и вот здесь вот i равное r. Вот, а вы помните, что нам надо вообще-то... Да, и вот здесь вот живут элементы, которые меньше либо равны, чем x, а вот здесь живут элементы, которые больше x. А нам надо вообще-то, чтобы x встал как-то между этими двумя регионами. Ну, мы тогда просто берем и меняем вот эти два элемента. G-тый и L-тый. Соответственно, G-тый элемент, он меньше либо равен, чем x, поэтому в итоге картина будет такая. Вот здесь x, а вот здесь вот все элементы, они меньше либо равны, чем x. Вот во всем этом подмассиве. Ну, то есть получается ровно то, что и было обещано. X встал на свое место. До него идут элементы меньше либо равны x, после него идут элементы больше x. Все, и в качестве ответа мы возвращаем индекс g. Это индекс опорного элемента. Время работы этого алгоритма, конечно же, у от n, где под n мы понимаем длину текущего массива. Ну, то есть чуть аккуратнее было бы написать, что это o от там, r минус L плюс 1, то есть длина текущего подмассива, который нас попросили отсортировать.